Радикальные исламисты обещают новые теракты во Франции в ответ на бомбардировку подконтрольных им территорий. Об этом говорится в видеозаписи, опубликованной экстремистами во вторник. Между тем, международная группа хакеров Anonymous выявила 5500 твиттер-аккаунтов, принадлежащих боевикам ИГИЛ. Руководство портала их заблокировало. Во вторник ВВС Франции нанесли очередные авиаудары по сирийскому городу Рака, который находится под контролем группировки ИГИЛ. Минобороны Франции сообщает, что в результате этой операции, в которой были задействованы 10 истребителей, уничтожены два командных центра боевиков. Ранее глава Минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что число авиаударов французских ВВС по объектам ИГИЛ в Сирии будет расти. Министр также сообщил, что в четверг из Тулона к берегам Ливана и Сирии в Восточном Средиземноморье отправится авианосец «Шаль де Голь». Палубная авиация корабля состоит из 26 истребителей.